Раз, привет, надеемся, нас видно и слышно хорошо. Мы сейчас находимся в лагере «Оккупай Арбат», где сейчас порядка, я думаю, 30 человек, которые, это, как правило, именно то количество, которое всегда остается на ночь. И сейчас я хочу взять интервью у Анастасии Низовкиной, которая, буквально недавно объявила голодовку. Состоит еще 3 человек. Настя, привет. Привет. Во-первых, расскажи, пожалуйста, кто еще с тобой голодает и как вы пришли к такому решению? Вчера голодовка была 4 человека. Чуть не решение, потому что другого выхода из ситуации я не вижу. Безысходность, от отчаяния. Мало того, что нам не дают собираться, делать какой-то лагерь, нас прогоняют со всех мест. Кроме того, нам даже не дают спать, нам не дают есть. Нас забирают, сотрудники полиции нас забирают еду. Когда человек начинает засыпать, неважно, засыпает он сидя или ложится, если он ложится, его поднимает, если он засыпает сидя, говорит, тормошат, говорит, проснитесь, здесь нельзя спать. Ну, в общем, не знаю, мы хотим выйти на какой-то диалог с властью, потому что методы, которым пытаются прерывать бессрочную акцию протеста, они просто какие-то уже абсолютно глупые, бесчеловечные. А есть люди, которые здесь находятся круглосуточно. Я сама до последнего времени очень редко уезжала. Я всего 3 раза уезжала отсюда поспать вообще такой институт. Спала здесь, я уезжала только волосы помыть и все. Поесть. Понятно. Буквально час в день. Расскажи, пожалуйста, как долго вы собираетесь голодать и у вас цели? Мы хотим, чтобы нам дали собраться в том месте, в котором мы захотим. Нам дали там поставить палатки, нам дали там спокойно находиться, нас не задерживали бы просто так. Прекратился бы то, что это не полицейский произвол, когда на митинге сбивают людей. Это, не знаю, приходят рамки, когда просто гуляющих людей содержат просто так. И даже не ищут формального этого объяснения. Мы хотим, чтобы нам дали спокойно собираться там, где мы хотим. Нам не предъявляли каких-то глупых требований. Сотрудник полиции заставляет, ну, во-первых, они забирают еду, забирают спальники. А во-вторых, они заставляют какие-то глупые требования. Вот перейдите, пожалуйста, с этого места на это. Здесь правее, правее можно, правее, левее можно. В общем, скажи, пожалуйста, сколько человек сейчас в голодовке? 4, насколько мне известно. 5 часов назад было 4. Собираетесь увеличить это количество? Да, я думаю, завтра количество участвующих голодовки увеличится, не знаю, насколько. Понятно. А ты как-то, акция еще как-то освещается? Что? Да, акция еще как-то освещается, какие СМИ уже с вами говорили? Сотрудники полиции подошли, фотографировали. Надпись, которая была. Честно говоря, я не знаю, через какие СМИ это освещается. Мне не особо волнует, я думаю, что это не самая цель какой-то пиар и в СМИ. Пусть там на 3-й день голодовка не узнает о том, что мы голодаем, на 4-й день. Рано или поздно все равно это как-то всплывет и результаты приведет. Но сейчас самое главное найти людей, которые готовы пойти как бы, на это какое-то количество людей, которые будут готовы голодать, которые возьмут на себя такую ответственность, которые будут уверены в своих силах. Пока что не знаю. Понятно. Спасибо большое. Я со своей стороны заявляю, что буду вести постоянный мониторинг этой голодовки, и это на самом деле очень важное дело. Я считаю, что эти люди, как сказал сегодня Сергей Дотоков, спрашивал, нужно использовать любые формы протеста, поэтому я еще раз буду пристально за этим следить. Спасибо большое.